Очередной свежачок от Остапов Бендеров. Интернет-пространство наводняют так называемые платные опросы, где вам для отвлечения внимания предлагают ответить на ряд незатейливых вопросов, не вызывающих какого-то недоверия. Затем система выдает вам, что за участие в опросе вам от спонсоров и крупных компаний, которые якобы представляют данный сервис, вам начислена некая вполне приличная сумма. Но есть одно маленькое но. Прямо сущий пустячок. Чтобы подтвердить свою личность, ну тут варианты могут варьироваться, нужно провести небольшой перевод на указанный номер. Естественно, по сравнению с вашим выигрышем, сумма чисто символическая. 150, 200, 100 рублей. Вам даже система выдаст что-то вроде квитанции, чтобы вы поверили, что все серьезно и нет никакой подставы. Называться такие шарашки могут как угодно. Общество исследователей, общество ответственных граждан и так далее. Будьте внимательны.